Ну что ж, доброго дня всем. Сегодня к нам на распаковочку пришла такая хорошая вещь, называется бинокль. Бинокль для нашей ТРО. Деньги собраны были паном Владимиром Старым Дикобразом для его коллег. А я эту вещь купил в Европе. Бинокль фирменный Nikon. Очень хороший, не военный, но все же очень хорошего качества. Смотрите, интересная вещь. Вот это называется антибликовое покрытие. Видите, еле-еле видно это при прямом освещении. Прямо на него светит. То есть, он многослойное антибликовое покрытие. Поможет не попадаться нашим на отблесках. У него, соответственно, есть, конечно, регулировка на дальность, на кратность, на подстройка под глаза человека, то есть по ширине глаз, зрачков, ну и дальше более четкая, тонкая настройка. В комплекте к нему еще идет такая хорошая вещь, как секундки. Это подниму. Такая хорошая вещь, как насадка на штатив. Она помогает поставить ребятам более стационарно, то есть штатив прикрепляется к штативу и вперед. Соответственно, есть, конечно, системы все заглушечки, все обрезинено здесь. И дальше. Сегодня же оно уже поедет к ребятам, которым это надо, это необходимо. Они, как они, теробороны, я так подозреваю, что они будут стоять на блокпосту. Это не военный бинокль, это профессиональный бинокль, но не военный. К сожалению, военные бинокли стоят раза в 4 больше. Поэтому на что было, на что смогли собрать. Но он очень хорошего качества, то есть, я думаю, ребята не будут обижены. Соответственно, большое спасибо пану Владимиру и вашим подписчикам, которые смогли это сделать. Ну, а для других ребят я купил, ну, это более специализированная вещь, это вам фонарик. Ну, фонарик специализированный под планочку Picatinny. Таких у меня несколько, и они поедут другим ребятам из другого подразделения. К сожалению, называть его не могу, но, скажем так, ребята спецура. Так что это поможет более эффективно, скажем так, делать минус карму и минус из жизнестойкости российских военных. Поэтому ссылка в описании. На карточке. Кто сколько может отправляет. Понятно, что не отрывайте последнее, но если есть возможность, отправьте. Потому что таких вещей нужно много. Таких вещей нужно много. А еще больше нужно броников, нужно разгрузок. Это более специфично. Это мы достаем в Европе. И стоимость его довольно-таки высокая. Наши старые инвесторы, которые постоянные наши инвесторы, к сожалению, уже тоже не могут справляться. У них деньги не безграничны, поэтому если есть возможность, помогайте. А я вам говорю, как всегда, думайте и слава Украине!